Могут ли числа x плюс y квадрат и y плюс x квадрат быть квадратами, если x и y натуральные числа? Ну, конечно, нет. У нас задача симметричная, можно x и y поменять местами, поэтому достаточно смотреть случай, когда, например, x не больше, чем y. Тогда y квадрат меньше, чем x плюс y квадрат, потому что x больше нуля. Это не больше, чем y плюс y квадрат, потому что x не больше, чем y. А y плюс 1 в квадрате – это y квадрат плюс 2y плюс 1. Значит, у нас между последовательными квадратами, между y квадрат и y плюс 1 квадрат, должен располагаться вот этот квадрат. Такого не бывает.